Добрый вечер, любители потных ароматов соседей по штанге. Иногда реально, блин, вообще люди не стирают шмотки месяцами. Это ж такой аромат. Я очень уважаю человека, когда я ему руку жму и поток этого дерьма в нос. Просто улыбка. Он думает, что я улыбаюсь? Что, просто... Постирайтесь, иногда стирайтесь. Я сам не всегда все беру с собой, часто там все оставляю, но как-то вроде от меня не пахнет, вроде еще никто не жаловался и не выдвинулся мне. Сегодня с самого утра, конечно, работа. Приехали нам из Беларуси коллеги, партнеры, те ребята, у кого мы будем закупаться. Ох, веселуха, такой тренинг сегодня был. Ну, кстати, сегодня, к слову, я выспался. После вчерашней ночи, блин. Выспался нормально, все, то есть поехал на встречу близ там к ВНС. Все, посидели в офисе, все дружно, все решили, все в голове, все расставили, карты раскрыли, бла-бла-бла. Ну, тягомотина, конечно, и получилось, что это было где-то с 11, полдвенадцатого до полшестого. Вот, а у меня в 6 уже человек, вот. Я успел, там, плюс дорога была, полчаса я уже дома был, да, точно. Мясо с собой взял, что-то там, творог с собой взял, короче, пипец. Скорость здесь у нас растет, вот, после всех этих переговоров и расставлений точек над «и», да. Договорился, кстати, к слову, на командировку, на вчера, помните, на завтра. Ну, тут недалеко Березовский, там еще пару мест таких близ. Плюс-минус там 100 километров от города, фигня. Погоняем там на фабрике, по директорам пройтись, по главным технологам. Ну, что я могу сказать, одеваемся попахотней, улыбаемся пошире, знаем все о себе, о своем товаре, и нормально все будет, конечно, нормально. Будет все охрененно. Я это знаю. Я знаю себя, мне абсолютно не важно, кто будет напротив меня сидеть. Главное, что я знаю, кто я, вот, свои способности, свои знания, красноречие и прочее дерьмо. Короче, да, сам себя похвалил. Ну, по поводу фитнеса, в 18.00 Паша, тот самый, который... Я точно могу сказать, что я думаю, что я заряжаю его своей прытью, да, своей вот харизмой, что ли. И когда вот я вижу блеск в его глазах, да, я не вижу там тупую, знаете, тупой взгляд, желание подчиняться, делать все, что я скажу. Там вызов, там вот в этих глазах вызов. Там нет смеха, как сейчас в последнее время у большинства клиентов, да. Там нет каких-то улыбок, такого-то, какой-то лести. Бывает такое, что некоторые дрягалочки ходят, к сожалению. Бывает такое, что некоторые просто какой-то как выговорится, но это все фигня. А вот у Паши я вижу реально вызов мне, вызов тренировки, и вот он, знаете, из серии, а я, сука, назло сейчас возьму и 9-й раз сделаю, а ты сказал 8. Я порву жопу и сделаю. Вот, потенциал у парня огромный, запал есть, дай бог, чтобы запал хотя бы на ближайший год-два был, там, неважно, персонально буду заниматься, вообще насрать. Главное, чтобы ходил, занимался, в принципе, и неважно, культуризмом либо, дебилдингом, неважно, а в принципе, физической нагрузкой. Это я хочу привить всем. Заниматься всегда. Тезис. Всем и всегда. Супер, позанимались с ним. Грудь, плечи и немножко бицепс в конце. Ну и кардио плюсом. Если я не ошибаюсь, он уже 50 ходил, то есть полный набор. Парень очень ответственный, очень интересный как личность, мне с ним всегда приятно быть на тренировке, как и со всеми моими клиентами, то есть даже леваки подходят, да, кто первый, второй раз, я еще раз, то есть можем мы с ними один-два раза друг друга потерпеть, но если не мой человек, мы не будем вместе заниматься никак, ничего, я от него откажусь подсознательно, он от меня подсознательно, и все, пока-пока. В лучшем случае здороваться на расстоянии будет. Это уже проверено годами реально. Тут уже скоро десятилетиями мы проверили.
То если нет твой человек, ты с ним не будешь. Ни при каких раскладах. После Паши Оля, Катя и Сплит восстановились после кашля. Оля, ну и Катя немножко кашляла. Ну что я могу сказать? С ними идеально заниматься, они сильные, подготовленные, способные, закачать их практически невозможно. Поэтому я уверен, они постоянно чувствуют груз недокаченности. Блять, ну я не знаю, что сделать, честно. В конце я уже психанул, приз глубокий. Если рабочий блин был 20 кг, да, на, там, на 15 повторений, там для сжигания, поэтому так много. Для укрепления немножко. То сейчас я просто тупо беру и ставлю 40 кг на 6-8 повторений. То есть просто хардкор с подстраховкой, там, с выкриками и так далее, с тренями зеркала они делают. Надеюсь, это повлияет на их состояние. Моральное, прежде всего, что они самые крутые, что железо там круче и всегда побеждает, сука, это железо. Надо понять и практиковать. Штанга, дембели, турники и все, ближе с ними, оно нас сильнее. Мы до конца жизни никогда это не сможем победить. Мы никогда не сможем взять четырехзначные числа. Ну и в жопу все это. Кайфуйте и стройте симметрию, красоту тела. Объемы в жопу. Потому что для камня могут делиться, поэтому так послаю. Скажите вы, здесь, конечно, это непрактично. Во всех максимумах в жизни быть непрактично. Самый богатый, я уверен, не самый счастливый. Тяжело держать свое богатство в узде, чтобы оно не перелилось в беспредел. Да, потому что деньги дают чувство власти, чувство беззакония, чувство беспредела. Также и с железом, с массой можно переусердствовать и действительно перевоплотиться в тупого качка, тупую пизду, как, ну я такие выражения, если есть, да, на которых будут тыкать пальцем, и причем заслуженно тыкать пальцем. То есть действительно от этого человека ничего нельзя будет взять, кроме как сколько подходов ты сделал, и вот делал 3 подхода по 8. Только вот эти качковские серии, все, фигня, примитивно, тупо. Поэтому мы, естественно, за саморазвитие. Я и мои люди, надеюсь, они тоже всеми. Вот, после Кати с Олей, Лена и Лена. Я считаю, что уровень распиздяйства высокий при работе с ними. Сегодня я почему-то был груб, я извиняюсь, я хер знает почему. Груб именно не в плане там, делай, давай, сука, жми, это все фигня, это нужно быть плеткой. А груб в принципе сегодня к ним был по отношению как к человеку. Я не знаю, честно, такой всплеск эмоций был, грубость, сори, если как-то. Час, он мне бьют после этого Виталика, я опять, блядь, мягкий, пушистый. Кристина еще присоединилась, мы там в уголке тихонечко аэробикой занимались. Железо как бы особо нахер. Сжигаем, сжигаем, сжигаем лишнее. Месяц, два, три, 30 килограмм, 40 нахер, все сожгем. Банальная формула. Свой рост минус 100, и у девушек минус 8, а у мужчин плюс 6. Это все очень субъективно. Но я считаю, это идеальная мышечная масса атлета с минимальным отложением жира. Свой рост минус 100, минус 8 у женщин и плюс 6 у мужчин. Это прям чувак, который сможет пробежать 100 метровку охеренно быстро и подтянуться раз 40, и жим сделать 140. Как-то так. Нормально позанимались. Кардио, если не, конечно, надо делать. Я там уже не помню, сколько по времени. Минут 50 плюсом. Это вообще супер. И полноценные 1,5-2 часа тренировки должны повлиять на общее развитие тела, на сжигание. Ну и достаточно продуктивные тренировки. Ну бешусь, когда, сука, не делают, блядь. Ну надо потому что делать. Ну только еще, ну надо. Сам это дерьмо все делаю. Сам оно, я, конечно, пасую. Вот мне бы тоже тренер это меня нахер пасовал. Я бы вот пятки не целовал. После них Виталий пришел уже попозднее. С ним сегодня. Ну, занимались по гибели вертикального прыжка. Прям идеально по ней разминались. Там пресс качали. Тренировались все там ходы, плиометрика, плюс железо, приседали сегодня. Он сегодня сделал идеально, я считаю, идеально.
без подстраховки, чисто, сам, во втором или в третьем, если не ошибаюсь, подходит, на 5 повторений, 95 килограмм. Для него это вес. Очень я на него на самом деле рад. Он прогрессирует на глазах, он не сдается. У него вообще железные яйца, я считаю, у одного из немногих мужиков. И он не отступает. И очень самокритичный, что тоже, конечно, безусловно, плюс. Поэтому с ним всегда приятно заниматься, как и со всеми, естественно. Но с Виталиком я еще обычно задерживаюсь на полчасика, потому что он у меня крайний, там закрытие клуба в час, это час я сам занимаюсь. Ну и сегодня опять же с ним занимался, ноги тоже плюсом там я подармянился, приместный там, еще паренек был, 16 лет тоже, Таня, одаренный, в принципе, круто занимается. Все мы вместе втроем, короче, колбасили сегодня приседания, глубокие, сложные, блядь. Бил ноги, по приколу пошел после приседания делать выпады. Казалось бы, выпады, блядь, там вес процентов 50 от максимума, от рабочего. Один раз я сел вниз, все, вот у меня получилось. Негативное приседание, негативный выпад вниз, а вес не стал. Фигня. Ну и все там уже потом по личным делам, как бы хоп-хоп, отвез человек. И домой. Опять какой-то торт там. Труха подогнала, я съел пару кусков, тирамису, нереально вкусно. Сыр, хлеб, похрен, углеводы, не углеводы, значит, мне вот похрен сейчас, такая активность нереальная, все сгорает. Творог будет, мясо доел еще, которое в клубе у меня было. Так что, я не скажу, что как-то напрягся особо или устал, да, весь день загрузки, но я не скажу, что я это не вывожу или не хочу, мне реально приятно заниматься тем, что мне доставляет удовольствие, да еще и приносит деньги. То есть, грубо говоря, вот эта мечта, да, чтобы хобби приносило деньги, она у меня начинает реально реализовываться, прям как надо. Плюс всегда окружают добрые, положительные люди с позитивным мышлением. Это и мои клиенты, и мои друзья, и подруги, все. Я просто счастлив, рад быть с ними вместе в одной упряжке. Ну и девчонки сейчас стебанулись. Катя, соли подарили мне продуктовый набор печка, там тунец, творог, шоколадка. Очень поржали надо мной. Ну и в клубе все свои, что я могу сказать? Это приятно, что я вижу в глазах больше уважения, чем страх, больше приязнь, чем негатив у большинства, у 95% людей, которые на меня смотрят. Я вижу это в глазах. Здороваются, улыбаются, шутки, не шутки. Это круто, это одна семья, опять же, тысячу раз говорил уже. И это моя значимость перед ними. Я чувствую себя значимым. Это очень важно, считаю, для мужчины, для женщины, что ты кому-то нужен, ты кому-то можешь как-то помочь. Вот эта значимость, она и, наверное, двигает мной каждый вечер, практически без исключений, двигает мной снова и снова. Фитнес-клуб, тренировать и тренироваться. Всем доброй ночи.